Всем привет. Бегайте за мной, вместе будем все бегать. Ну. Сейчас мы быстро тут набегаем. Тяжело быть мной. Да ты пёс, блядь, отдай ключ. Блядь, куда ты там бежишь, блядь, чтобы испугаться, чтобы я испугался? О, ключ. Пойду туда. Я взяла ключ. Там что было? Ключ? Да. Ой. А вот этот мешок-то я не заметил, да? Твою мать, я тут не был даже. А вы что, в окошко залазите? Да, там мешок. Так, за мной бежим. Подожди. Завершите. Вы в доме? А, фух, все. Надо оторвать эти доски. А, видно? Видно. А, нет. Они открывай. Не отрывается. Только одна открывается. Сейчас за мной идем. Идите, идите за мной, похер на всех. Я не могу идти за вами, меня ударили. Ой, ё мать. Да вы угораете. Оля. Ой, тащите его сюда. Я в шкаф сел. Вот отсюда Влада не могла выйти. Да, я потому что стоял, и он вот тут а вот выходил. А это что здесь лежит? Ожерелье. Ожерелье. О, это мое. Ожерелье. Ключей нету. Так, в комнате напротив у нас что? Вот в этой. Ой, да иди ты в жопу. По-моему, Коляну ударили. А Влада его сюда притащила, и теперь меня ёбнули. Подождите, сейчас они уйдут. Ушел, выходи. Ай, чё вы... Лёха, вертишься, как карусель. Да подожди, да хватит, стой! Да Лёха! Ты специально, что ли? Я тебя 3 раза уже лечила. Плохо лечила. Да кто ж ты вертишься? За Коляном ушёл. А ты-то куда убежал ночью? Я в шкафу сижу. Лёш, сейчас тоже ебну. Стой. Ой. Заебанство. Все. Да? Все ок. Ну, идет. Бля. Ну ты заебешь. Ха-ха-ха. Хорошо тебе там, да, в шкафу было. Пойдет. Все, он прошел, ко мне идет. А я ему залог показал, можете выходить. А там что? А ты в этой комнате смотрел? Там еще комната есть, где чувак с черепом сидит. Вот туда надо зайти. Это на первом же этаже или на втором? Залог-то показал ему стрёмную. Так а вы в мою комнату зашли. Бля! Ну да. Да ты что, блядь, издеваешься? Коля, ты с ним, что ли, бежишь? Я думал, нет. Ну, ты в шкаф зашел? Да. Вот это он пёс. Ну, сейчас он уйдет. По-моему, нас так и будут херачить. Нет. Меня. Тебя-то понятно. Спасибо. Спасибо. Куда, туда, 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 вот сюда. Елёх, ты взял. Шли. О, во, комната с дыркой. Точно. Пизды. О, осколок, ожерелье. Интересно, для чего это ожерелье?
Так, мешок нашел. Чё? Чё случилось? Дверь с чуваком не нашел. Я мешок нашел тоже. Еще мешок нашел. Так, нашел подъем наверх. Ломаю доску. Влада. А можешь вот здесь постоять, посмотреть? Давай. Свет отключится или нет? Ну давай, стою, смотрю. На электричество. Так. Все так. Отключился? Все так же. О, все. Включился. И что там надо было сделать? Ну, там по схеме нарисовано как. Все, вот котел, вот угли. О, мне что-то напоминает. Того еще три мешка надо. Три мешка осталось, пошли. Нам нужен ключ от чердака обязательно. Так, а где ты говоришь выход? Вот сюда, по-моему. Не, не сюда. Все правильно. Там Миша. Где-то правильно, есть еще лестница. Прямо вот сюда, вот сюда. Вот и вот сюда, вот. Там еще где-то была лестница от чердака. В смысле, на чердак? Ой. Или кладовка. О, здесь может что-то есть. Да-да-да, здесь могут быть. Вот уголь. Вот, да, Лешечка. Вот я, блин, взял. Так. Вот здесь бывает угли лежат. Кажется, пока нет. Все, нам на второй этаж. Первый этаж мы полностью, по-моему, исследовали. Магазин кальянул. Бля. А что, это не паучик, это наебало. Ну да, это. Пойдем, второй этаж. Опа, вот еще мешок, два мешка. Че, один остался? Да. И вентиль. Нам надо один, потом куча вентилей, но самое главное, это ключ от чердака, потому что все вентили на чердаке. Нет, не все, один там в подвале. Ну, один в подвале, один под лестницей и два... А, вот здесь бывает тень, что в каком... Вот лежат, блядь, Коля. Чё? Смотри, о! Раз, два. Бери. Охуенно. От подвала, от библиотеки. Вы от на чертака, втором? Хуй. Мужик. Вы на втором? Ну, в библиотеку, значит, пойдем. Ты чё там? Ой. Дай. Отдам сейчас, пиздился. Блять. Так, а я в комнате с животными. От меня ёбнули, я ползу к вам. А я в шкафу каком-то спряталась. Ну, сейчас доползу до кого-нибудь, значит. Пацаны, помогите, блин. Довезите, братану. Я нашел ключ от чердака. Аккуратней. Кто-то дай. Ёптуть. Да ты прям в мою комнату зайти решил, прикинь, с закрытой дверью. Стой. Тут чувак стоит за тобой, прям беги, блядь! Да сука! А, ну Лёша в комнате со зверьми, так что нормально. Опять на балконе встал. Там прям сейф-рум такой охуенный. Угу. Все помнят, где она. Давай, Лёша, открывай. Но если они не в незнакомом месте, тогда я тоже помню. Ой. Ты так дышишь? Кто? Коля. А я дышу? Я старый уже. Так, уже мы без кладбища, что ли, обойдемся? Нам надо, короче, на чертак пойдем, я короткий путь знаю. Пошли. Капец, как ты это все запоминаешь? А вот если прямо побежать, то будет та комната с этим. Так, тут чувак. Идет сюда. Мы обойдем его сейчас. Пошел уже. Да? Да. Да, ну блядь! Ёптвать. Я понял, что да. Так, а как мы к Коляну попадем? Братишки. А ты сможешь сюда спрыгнуть? Я могу, наверное, только там вниз спрыгнуть. А, могу, смотри, прыгать. Ой, я еще встал. А, Лёха меня поднял, что же можно скрыть. Ох, нихрена себе. Да, оно же так работает. Вот это чистое. Да, ёптвать. Что там?
Это что-то страшное, наверное, было. Но я не увидел камеры. А, понятно. Так, нам сюда. У меня аж сердце тутуф, тутуф. А, это же тут комната с говном. Тут у чувака у нас колок. Пускай будет. Так, здесь нам надо выйти. Так, вот еще одна комната. Здесь ничего нет. Ничего нет, все. Точно ничего нет? Да, пойдем. Сейчас прямо и налево. Ты, блядь. Нет, не налево. Я забыл. Сейчас, секунду. Я куда? Там, кстати, мешок с углем, Колян, вон. Да? Да. А-а-а. Где? Вернулся. Ай, блядь! А где мешок с углем? Я взял. Все, у меня три мешка. Я в подвал спускаюсь. Всё, Влада, подвал. Я не подвал. Ну, в смысле, Владу поднимаем, идем в подвал. Влад, ну, ты я, где? Я в подвале. А, ты в подвале? Как замечательно. Угу. Пошли на чердак сходим, Коль. Пошли. Шкаф помнишь где-то здесь, да? Да, ну, добегу. А, и тут еще уголь. Зачем нам столько? Чтобы, да. Чтобы был. Так, ну ладно, тогда нам сюда не надо, пошли. Так, я сейчас постараюсь найти комнату ту. Ты что, и тут, что ли, ходишь, или что? Да, это... Ой! Не за мной же пошел сюда? Не-не-не, поднимай. Хуёвая анимация опять застопила. Там вот здесь вот ходит, где-то, вон. Так, а вот ты где, в подвале? Угу, только я не могу найти ту комнату. Так, а в подвал как зайти по-быстрому, помнишь, Коль? С улицы. Ну, типа, надо на улицу выпрыгнуть, добежать до входа. Если это, конечно, по-быстрому. Заебало. Это где-то вот здесь. Вот, вот здесь, здесь. Ой, бля. Ой, да срал я на вас, на всех. Бля, тебя убили, Лёха? Идёшь? Не. Я убежал, в подвал упал. Дырку. Охуенно. А я тут застрял в шкафу. О. Привет, Влада. Привет. Спасибо. Так, где тут у вас уголь принимает? Вот я не нашла. Все. Так, вентиль. Вот, раз. А второй под где-то... лестницу. Да-да-да. О. Че? Комната с подвалом. Так, это не здесь. А че, нет ключа от подвала? Не-не-не. Нам туда. Колян, а че пришел? Пошли. Подожди. Я куда туда? Сюда ко мне иди, видишь? Блядь! Че? Паучиха! Где? Прям перед носом мне пробежала. Че, кто под лестницу? Я полез. А. Открыл. Я бы тут посидела. Что там идет? Пройдет. Интересно, сможешь туда залезть? Слушай, по-моему, третий, четвертый, пятый на чердаке. Ты не помнишь? Там один точно есть. Четвертый и пятый точно. А насчет третьего не помню. Я вообще не помню, я только про этот знал. Че, пошли на чердак? Да. Как пойдем, через низ или через там верх? Через где-то тут рядышком прям можно. Я с него прям спустился и сразу в подвале оказался. По-моему, ты какой-то не тот путь выбрал. Бля. Так, вот так, как сюда. Че? Влада, назад. Угу. А где Колян? Я тут бегаю, это тут. Да, не важен. Бля. Ух, чиха. Ой, я в картину. Блин, это ох, самое... ебать, я нахуй съебался сейчас от всех. Пошли, выходи, вот. Ну ладно. Ох, бля, она здесь бегает, пизда. Может нам спрятаться по. Ну, она сейчас убежит, скорее всего. Да, вон она бегает. Ну, пусть бегает. Учили? Блять. Не знаю. Меня убил, гад. Но я на чердаке. Я что, один остался? Я в шкафу. А спряталась от них. А ты где сейчас? Попробую найти. Втором этаже рядом с комнатой с этим. С зеркалом. Блять.
Влад, давай ты не будешь умирать. Блять, пучка. Я в шкафу. Я попыталась найти вас, нашла чувака. А как, блядь, ты чердак-то ебланский подняться? Ну, напомните мне. Ну, из крайней комнаты там, беги, да и все. Из крайней... Ну, с лестницы левая, которая. Вот да, ты недалеко совсем от этой лестницы. Я? Нет. А я? А, ты, да. Блять. Я выйду на лестницу, подожди. А, нет, меня ёбнули. Да в смысле? И а паучиха вы... бежит. Я в картине, вы можете к картине подойти, пожалуйста? Сиди, сиди, тут вроде все двери открыты, сейчас мы доползем до куда-нибудь. Меня поднимай, выходи. Я нихуя не могу это расположение дома запомнить. Я тоже. Сложно. Так. Можешь дальше сидеть, я пойду выиграю нам игру. Не, я хочу тоже. Ладно. А где Колян? Пытается найти, как вам попасть. Ползаю потихоньку. Идешь? Да. Там мимо чувака по-любому надо будет пройти. Где Колян? Ладно, давай подождем, пока Коля потом. Ну давай. А какой топик у меня лучше, оранжевый или черный? Черный прикольный. Ну ладно. А, вот подъем, блять. Я успела пробежать. А ты? Я тоже. Как хорошо. Здесь шкаф. Блядь! Ой, я тут еще не раз... Сейчас идет на... он идет назад, заебись, я тебя подниму сюда. Я тут даже не была ни разу. Ушел? Да. Да, вроде как. Иди, Влада, крути вентиль. Где? Вот, а? Вот третий. Ура! Я хоть что-то пошли сделала. За мной. Офигеть. Вот четвертый. Ё-моё. Вот четвертый вентиль, крути. Ага. Иди туда, в пещеру иди, Влада. Я. Колян. А что там можно прятаться? Беги в пещеру и нажимай. Уже, все. Да. А то мы умерли. Все? Блин, я хотел посмотреть, что в пещере. Там ничего, просто белая пещера в конце вентиля. А, ну видимо я сейчас... Она, видимо, сгорит. Я думал, дом сгорит. Грустная концовка. Да, первая какая-то поинтереснее была. Монстр, порожденный древним злом, был повержен. После его смерти связь этого особняка с темными силами оборвана навеки. Культисты не смогли осуществить свои планы. После того, как покинули особняк, на место приехали специалисты с ФБР. По их информации выяснилось, что много лет назад в этом доме жил торговец древностями со своей дочерью Елизабет. Искупление предполагает, что, судя по всему, большое зеркало на втором этаже особняка заключало в себе некое проклятие. Елизабет стала жертвой перебросившегося на нее зла, который черпал ее жизненные силы и преобразил девушку в монстра. Заключенная, задача выполнена. Искупление выполняет свои обязательства и откладывает назначенную вам смертную казнь еще на 3 года. Спасибо. Всем пока.